Всем привет. Играем GeForce без доната. Сегодня началась Вавилонская башня. Призову призывчики на отряды. Вот, набралось на 13 призывчиков монет за месяц. Без доната, как я уже сказал. Даже иногда сейчас задумываюсь, откуда они у меня берутся. Эти монетки-то за отряды, ну, с карт Таро падают, но не сегодня. С турниров падают. Вот, у меня, кстати, вот по поводу наград за турниры, за прошлое попадание в топ. Я расстраивался, что вот здесь показывают 100 монет, а мне выпадало 50. Тут, оказывается, небольшой подвох есть. Как вот здесь, то видите, эмблемы класса. Вероятность выпадения 25% 100 монет и 75% 50 монет. Так что тут они себя обезопасили. Ну, такой вот, небольшой кидалово. Ладно. Чем еще хочу поделиться, это тем, что пришли награды сегодня за мифического титана. И вот, так сказать, по трем направлениям собранные награды. Вот. Я даже не попал в топ никакой, там 7 тысяч какой-то. Ну, выпали монетки для призыва героя. Как-нибудь его призову. Эмблемки тут и всякие трехзвездочные предметы. Как я понял, это очень редкая награда за мифического титана. Даже у игроков с альянса, которые лучше меня били титана, такого не выпало ничего, только монетки, серые эмблемки. Так, ладно, это показал. Давайте теперь то, ради чего, собственно, и призываю. Точнее, снимаю видео, призывчики. Ну, разгрузку делать не буду. Бесполезно. Погнали. Что мне нужно? Мне нужны, в принципе, любые четырехзвездные отряды. Приоритет я даю, конечно, отрядам на ману. У меня есть 3 цвета на ману. Нужны зеленые и красные львы. В общем-то. Но также буду ряд вавилонским отрядом любым. Раньше мне выпадали тут за один призыв по 2-3 четырехзвездных отряда. В смысле, за один сет призывов. Посмотрим. Чем сейчас вот. Страшные энты. Ну, этот накрытый отряд мне не очень нужен, но пусть будет. В тапки залетают любые четырехзвездные, потом отдается приоритет. Так, давайте тут покрутим. Вот этот отряд мне выпадал 2 или 3 месяца назад. Этот отряд выпал самым первым. И синий дали тоже не так давно. Бесплатные, так сказать, призывы, которые даются на эти вот войска. Это одна из основных линий прокачки бездонатного аккаунта. Чем больше четырехзвездных и трехзвездных героев мы призываем, тем легче прокачивать и быстрее. С другой стороны, хотел сказать-то. Забыл. Немного расстроился. Сегодня не выпадает ничего. Ничего не выпало. Да, мне вот эти вот вавилонские отряды нравятся. По атаке. Можно посмотреть. Да. Ну, кто еще не знает, что вот характеристики 32% атаки. Если сравнить с теми же, скажем, от четырехзвездными отрядами
на что угодно, хоть на крит, вот, который мне нужен. 26 это при полной прокачке. Да. Ладно, давайте последние два призывчика. Так, темные пророки тоже на крит. Ну хорошо, тапочек зайдет. Ну, здесь маловероятно, что дадут за последний отряд. Вот. Ну, тоже стараемся собирать монетки. Угу. Вот. И качаем. Достаточно быстро качаются отряды. Давайте зайдем здесь в мои войска. Вот. Прокачиваю. Прокачиваю. На ману отряд. Так не соображу, что мне здесь надо. Вот. В избранный подобавлял отряды. По-моему, мне такой не нужен. На защиту 10% защиты. А здесь побольше атаки, видите. Это энергия, да. Вот такие вот все сливаю. Вот такие вот. Вот на защиту отряд точно. Их много не нужно. Да, вообще трехзвездочные они как бы так, постольку, поскольку. Моноцветом, кстати, я на турнирах четверок не хожу. Вот. Ну, давайте тут добавлю до следующего уровня. Да, хватит мне. Такой не хочу. Давай с этих начнем. Оп-оп. Вот, хватило. Отлично. Ну, пусть будет. Вы выбрали очень редкие. Да, давайте. За счет редких прокачиваем. Так, кто мне еще выбрал из новых? Можете посмотреть, кстати, сколько мне выпало отрядов. Вот уже 4 звездочных, 4 отряда синих. Красных только 2. А желтых, я так понимаю, 3 здесь. Зеленых. Зеленых уже 5 отрядов. Сегодня 5-й отряд выпал. А фиолетовых 2 на ману. И вот сегодня накрыть дали. Странно, я думал, мне уже давали такой накрыт. Ну да ладно. Да, видите, тут. Крит. Вот такие дела. Зеленых у меня полный набор. Ну как полный набор? На ману. На ману-то не дали. Так что качать этот я уже сильно не хочу. Мне так-то хватит. Коплю пока элитный корм на прокачку на ману. Когда-нибудь выпадет. Пусть пока на этом уровне побудет. Вот. На атаку. Атака 25%. У Мекачиного 23%. Вы понимаете, они... Эти показатели медленно прокачиваются. Так что даже... Ну, за что я ценю эти вавилонские отряды. Их можно некачанными вставлять в тапки. Они будут хороший бонус к атаке давать. Так что немножко за отряды поговорили. Всем спасибо. Кстати, ставьте дизлайки. Всем пока.